То з велосипедыстаў Немараў, не асцерагаючыся за сваё здароўе і не парушаючы правілаў дарожнага руху, пакатацца па гарадскіх аўтамагістралях. У Гомелі фантазія аматараў велапрагулак вырашылі ўвасобіць у жыццё ўжо ў бліжэйшыя выхадныя. Як плануецца, мерапрыемства будзе арганізавана 29 жніўня на аўтадарозе «Усходні абыход». З 9 до 14 гадзін на адрэзку ад перасячэння вуліц Каменшчыкава і Чачэрскай да бульвара Гомельскай праўды будзе забаронены праезд аўтатранспарту. Калі веласубота пройдзе паспяхова і працягне невеликую колькость гамельчан, организаторы мают намер зарабить ее что-то дневой. Велодвижение – это ведь не только путь от работы домой, куда-то передвижение. Велодвижение – это еще и отдых. Очень приятно сейчас по городу встречать, когда целыми семьями ездят на велосипедах. Уже многое в нашем городе сделано. Появились в этом году велодорожки. Но надо продолжать эту хорошую инициативу. Удельники брифингу рассказали журналистам и об идее проведения доброчинного молодежного велопробегу. Его главная мета – долучение людей разного возраста до здорового ладу життя и активных форм организации вольного часу, а так само сбор сродков на доброчинные меты. Велопробег отбудется 20 вересня на территории Гомеля и района. Удел им могут принять усе жадающие во возрасте от 18 годов. Усім, кто затекавлены поудельничать, необходимо до 14 вересня пройти регистрацию у социальной сетцы. Тут же можно ознакомиться с подробностями проведения велопробегу. Много ребят занимается велокроссом, совершают свои велопробеги по пересеченной местности, по дорогам вокруг города. Ну и как-то так возникла мысль всех этих ребят объединить и провести велопробег, посвященный здоровой Беларуси. Наша инициатива получила отклик в лице власти, в лице людей. Поэтому постараемся провести это мероприятие, чтобы оно осталось в памяти у жителей нашего города. Ну, а те, кто будет участвовать, тоже, чтобы оно им понравилось и принесло пользу. Кожная из запланаванных акций предугледжает для велоаматоров приемные сюрпризы и памятные подарунки. До того же, организаторы уверены, удельники отримают не только заряд становших эмоций, але и еще раз обновить у памяти правила дорожного руху. Чем больше мы вовлечем как и взрослых, так и детей в это мероприятие, я думаю, тем больше людей задумаются и о безопасности дорожного движения, а также пересесть с автомобиля на велосипед и сделать, как и в городе нашем, воздух чище, так и дороги наши свободнее. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель».